я говорю вам очевидные вещи. Это Женя Баганцева. Басистка и вокалистка группы «По-любому», которая помогает своим вокалом, своим виртуозным исполнением гитарных партий при записи песен. И сегодня я попросил ее... Да, у нее есть свой проект, он называется «Гитар Леди». И там она играет совершенно не славянскую музыку, а скорее бразильскую. Вот. А сегодня я попросил ее выступить не свойственно для нее амплуа, потому что я знаю, что есть пара песен, которые и... Вот, пожалуйста, Евгения Браганцева. Без бобра. И ищу-то добра, добра.